На территории Среднего Поволжья, в том числе и в Татарстане, может возникнуть торнадо. Ждать ли жителям в ближайшее время опасного природного явления, узнавала наш корреспондент. Торнадо для России – большая редкость. Он может поднимать многотонные самосвалы, грузовики, швырять 10-тонные самолеты, может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие-многие километры вместе со своей живностью. Возможно ли такое явление у нас в Татарстане в ближайшее время? Смерч – не такое-то частое явление, но все-таки происходит. И у нас здесь в Казани происходит это, как правило, в дневное время. По словам профессора кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Юрия Переведенцева, в настоящее время погода в стране определяется прохождением холодного атмосферного фронта. Наблюдается перепад температур, это может привести к грозам, высоким порывам ветра, а также к образованию смерча. Он возникает тогда, этот вихрь, когда в атмосфере очень большая неустойчивость термическая, вот как сегодня, перегрев сильнейший, так, и когда вблизи фронта. Как прокомментировал Юрий Переведенцев, холодный фронт на Казань опустится ночью, что существенно снизит возникновение торнадо. Завтра и в последующие дни температура будет ближе к климатической норме. Таких знойных дней больше не ожидается. И в целом погода в августе будет чуть выше нормы. Елизавета Никитина, Универньюз.